Короткий коментар по грі, а потім питання від журналістів, будь ласка. Да. Я не можу похвастатися сьогодні першим таймом. Многое у нас чого не вийшло. На то є причини. Ми готувалися на цю ігру на іскусственному полі. Поле було дуже жорстке. І перейшли на це поле. Такое впечатление, что вырос, быстрее приспособился. Была какая-то суета, было много брака, поле мягкое, ножки подсели, какая-то нервозность, наверное, груз ответственности висел над ребятами. Ну ничего страшного, в перерыве мы подкорректировали, ребята во втором тайме уже играли свой футбол, тот футбол, который мы предлагали играть с первых минут. Начали атаковать, создавать моменты, бить поворотом, забили и... уже по ходу встречи довели матч, важный для нас, очень важный матч с хорошей командой, такая как Верес, довели до конца. И я думаю, мы сегодня победили заслуженно. С чем мы поздравляем и команду, и футбольный клуб Ворскла, и всю Полтаву. Можно приходить к питанию? Да, да. Ваши питания, будь ласка. Володимире. Я перепрошую, по першому таймі здалося, що команда чи то перегоріла, по першому таймі, чи десь перефірувалася, можливо, не лише в полі, а такі ж невпевнені дії здавалися. Да, безусловно, я сказав, я недоволен першим таймом. Мені хвалитися нічого, це не найкращий наш тайм. Ми перестроїлися, да, це багато факторів. Це і поле, состояние підготовки. Это и психология, а психология – это груз ответственности, когда вот висит, надо с этими эмоциями, с этим грузом справляться. Я рад, что мы справились и вышли на второй тайм совсем другая команда, которая работала. Я сегодня увидел, физически мы сегодня выдержали, мы провели хорошо сборы, я говорил перед чемпионатом на пресс-конференции, я доволен работой. Да, я недоволен сегодня некоторыми моментами. Сегодня было много брака, надо говорить объективно, это действительно так. Те моменты, которые мы создавали сами себе после наших обрезок, и вся угроза со стороны Вереса была при стандартных, была опасна, действительно была опасна. Хорошая команда, надо отдать должное Вересу. У нас свои задачи, мы... Другой игры я не представлял. Это весенняя игра, очень тяжело переходить со сбора, вот первые игры, и... нелегкая, тяжелая очень игра, но я думаю, такая заслуженная наша победа, мы заслужили ее. Я поздравил с этим в раздевалке. Еще питання, будь ласка. Володимир. Уже ще одне питання, враховуючи таку гучну трансферну політику в цьому міжсезоні, скажіть, будь ласка, в випадку, якщо Ворскла все-таки вийде в Єврокубки, президент клубу обіцяє якісь підсилення, додаткові кошти, або закиде хоча б ті боротьби, які були? Ну, по боргам это не ко мне вопрос, это к руководителям. Вопросы решаются, закрываются, и сделаны огромные-огромные шаги. И вопрос закроется, уверен в этом. То, что касается трансферной политики, безусловно, это вопрос не одного тренера, то есть вопрос мой, и не тренерского штаба. Это вопрос всего клуба, это менеджмента клуба. И, безусловно, я свои пожелания высказываю, говорю... Безусловно, я вижу, я хочу усиливаться, и мы работаем, беседуем на этой теме, занимаемся поиском. Вы должны понимать, что не все делается, что хочет тренер. Это не только в Ворскле, и в другой команде. У нас есть рамки, у нас есть определенный бюджет, и поэтому мы исчерпываем из того, что у нас есть. Да, у нас на сегодняшний день есть закрыть кемп-позиции, некоторые позиции, но... А дальше нам предстоит еще весенняя часть чемпионата. Борьба в первой шестерке, там, где будет мясорубка, в хорошем смысле слова, поймите. Там, где будет много борьбы, много будет и потери, и карточки, и все остальное. Безусловно, нам нужно усиливаться еще. У нас есть еще трансферное окно, мы работаем. Мы посмотрели ряд футболистов. Близки были к подписанию некоторых футболистов, но не сложились по... и финансовым вопросам, и запросам футболистов. Опять же, у нас есть рамки, должно быть совпадение желания футболиста и желания футбольного клуба. Поэтому работа не заканчивается, я заверяю вас, и мы работаем. Я надеюсь в то, что в ближайшее время у нас еще появится и крайний защитник, и еще может быть кто-то. Ну, это и моя работа, и работа клуба. Мы работаем. Чи будуть ще запитання?
Спасибо, Кирич. У вас сегодня был один дебютант, Денис Власин. Хотелось бы пару слов о его дебюте. Чем довольны? Что, может быть, не понравилось? На чем хотели бы сделать акцент? Ну, прекрасно знаем его возможности. У нас было время близко познакомиться с ним на сборах. Команда выиграла, мы довольны его дебютом. Он вышел, напрягал, у него есть скорость, он работает с мячом, у него есть хороший удар. Он мог даже сегодня со штрафного забить. И я доволен его дебютом, и команда его тоже поддержала в раздевалке, поздравила. Он пришелся вообще ко двору, к нашему футбольному под названием Ворскла. Его ребята хорошо приняли, я надеюсь, он в каждой игре будет отдаваться и приносить пользу команде. И с вашего позволения еще один вопрос. Когда представляли новичков, и я спрашивал о задачах, сказали, что главная задача – это остаться первой шестерки. Сейчас у вас плюс 3 очка, это означает, что вы ее уже фактически решили. Что дальше? Задача решена минимум. Какая следующая? Задача, есть максимальные задачи, о которых я говорить сейчас не буду. И это небольшие секреты, я не хочу заявлять, я же повторяюсь. Кстати, я вам на пресс-конференции, я понял ваш вопрос, я раздирать, рвать себе пуговички на рубашке и заявлять, что мы сейчас будем там чемпионами или бороться за первое место, ну, надо отдавать себе отчет. Есть в течение много обстоятельств, и те, которые задавались раньше, это по комплектации команды, это по стабильности и по всему остальному. Есть внутри коллектива, есть ставятся задачи руководителями, которые мы будем решать. Задача одна, сейчас выходить на каждую игру и добывать эти очки тяжелые, золотые, каждое очко на вес золота. И сегодняшняя игра этому подтверждение, была очень непросто. И я уверен, что тренеры Вереса сегодня тоже ставили задачу победить и минимум не проиграть. Ну, мы оказались сильнее, нам в какой-то степени, может, и повезло, но везет сильнейшему. Мы тоже хотели выиграть сегодня, очень хотели, и мы этого добились. Поэтому задачи стоят, мы их будем решать, задачи минимум выполняются. Есть еще задачи попадания в еврокубковую зону, это даже безоговорочно. И так далее, поступово будем идти дальше, пошагово идти. Що ж, давайте подякуємо Василю Вікторовичу за прес-конференцію. Спасибо вам. Спасибо.